Здоровенько, были подписчики мопеда Раритетовича, а также подписчики сайта wagnerlad.ru. С вами снова Илья Механик, и это серия, посвященная Пьяджо Чиао, который готовится сейчас к мега-челленджу. Помните, я в предыдущем выпуске по этому мопеду оговорился, что я, скорее всего, ошибся с подгонкой поршня, и вскрылось выпускное окно в верхней позиции поршня. Но когда я разобрал двигатель, я понял, что ничего не вскрылось. Итак, смотрим. Позиция EX, выход, выпуск из цилиндра. Итак, вставляем поршень и видим ту часть, которую я подтачивал. Вот она, противоположная совсем. То есть конструктивно, если сейчас присмотреться по поршню, то видите, вот оно, кончается вырез, и с ним совпадает выпускное окно, когда поршень находится в верхней мертвой точке. То есть, если вспомните поршень Чиао оригинальный, то у него перепуск идет по диагонали, и вот эта вот вещь закрыта алюминием. Я уже думал покупать новый поршень, но оказалось, покупать ничего не надо, надо покупать либо оригинальные запчасти, либо идти к тому же человеку, что мне помогал с этим двигателем, дяде Юре. И он говорил, что они наваривают поршня аргоном, там, где надо перекрыть перепуск. В общем, я к нему постараюсь в ближайшее время пойти. И если повезет, то вылечим данную проблему. В частности, открытие выпуска, вот вы как видите, когда поршень в верхней мертвой точке. То есть он на своей позиции, но открывается выпуск. Наварим, обточим, ставим и будем ездить. Благодарю всех за внимание. Я ошибся. Я не доварил, а не переточил. Так что ждите новостей. Всем пока.